О, ребят, вы на огонек решили заглянуть. Класс, то тут такое дело. Испытание СБК повторяется, из-за него какой-то ништяк мне приедет. И я подумал, а мы этого крокодила уже имели. Так давайте его дважды отымеем. Или трижды. Какой-то раз быть, я не помню. Я просто этих крокодилов уже на ноги себе наматываю вместо обуви. Твою мать, ни хрена себе сумочка Гуччи вынесла из болота. И такой из-под текстур появляется байк и начинает ебонить его, жестко насиловать засранца маленького. Но он, скорее, он большой засранец. Как мой кот, знаете, назовем, конечно, маленьким, он здоровый, как лошадь. Мой кот, когда бегает по квартире, тут конь лошадь маленький, я его так называю. Little horse. Look at my horse, my horse is crocodile. Чё, крокодил сегодня душный какой-то был, я его раньше быстрее побеждал. Ах, Сибэк, Сибэк. Ну, будет мне награда 1000 опыта. Ну ладно, с другие задания мне давали под 15 тысяч. Это такое. Красота. Вот это мне нравится. Такое болото, как в Resident Evil. Надеюсь, я внес вклад в сообщество. Теперь пора возвращаться к дополнению. Просто тут как бы есть... Ох ты, картиночку зачем-то показали. Нахрена вы мне ее показали? Я хочу на Синай обратно воевать с иродами, с деспотом. Ух ты! Тени Скоробея, охотники за головами, зовущиеся тенями Скоробея, пришли на Синай. Их мотивы пока не ясны, в отличие от их методов. Вот это я хочу, ребята. Я слышу, что за это дают какого-то коня бонусного. Бонусного коня это мне надо. Верблюд это, конечно, хорошо, но твою мать, это верблюд. Это, ну, это не совсем кайфовый транспорт. Вот тут Тень Севера есть. И всего-то двое. Это как филакиты из оригинальной и аллокации, первый самый. Посмотрим, что они дают. Я думаю, мы посвятим им целое видео этим филакитам засланцам. А может быть нет, может быть еще что-то сделаем. Ребята, вот мне интересно, вы любите в играх типа Assassin's Creed часто менять оружие и броню, или вы выбираете что-то одно и с ним ходите? Например, я здесь предпочитаю оружие прокачивать. И просто ходить с одним оружием, которое мне нравится. Например, с вот этим горячим мечом Хэбзефа. Твою мать! Старый Меджай! Старый, я вырежу ему сердце! Ни хрена себе ты быстрый, чувак. Я думаю, нам нужно применить те же тактики. Вообще его копьем хорошо было бы отгонять, засранца. Педика. Иди сюда! Черт возьми, ни хрена себе петушок. Ничего себе он! Он рофлит меня, черт возьми, получай! А ты так умеешь, а, сука? Тень севера грем! Умеешь так? Могешь? Даже наряд не сменил, Меджай! А зачем сменить? А ты должен наряд сменить, потому что ты обосрался! Кого ты ищешь? Отвечай! Или умрешь! Ой-ой-ой, боеприпасов ни хрена нет. Он, кстати, тоже умеет то, что я. Он тоже умеет вот такие выкрутасы творить. Хопа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-бо-бо-бо-бо-бо, мне больно. Ну-ка, давай. Прикрой, скажи, своим щитом. Черт, он еле живой. Вот сейчас еще эти лучики мне испортят малину. Твою мать, тут бы в малинник попасть. Лови. Где ты? Твою мать, он слез. Он слез с коня. Иди сюда, петух. Нормально. Фу. Так, хорошо, один есть. Но мы о нем ничего не знаем. Где его труп-то лежит? Куда я труп делал? Тень Скоробея. А, вот он валяется. Черт, возьми, подмога. Надо его убить до конца. Просто тут же так работаешь, ты. Сдох. Все-таки неплохо я стреляю с контроллера от PS4. Да, ребята, нормально. Сегодня пойду забирать своего нового голубого друга. Лук хищник, дым и зеркала. Давайте посмотрим его характеристики. Мне интересно. Классный лук или посос? Дым и зеркала, легендарный хышник. Составной лук, черная душа. Где? Где мой безмолвная смерть у нас есть? Можно сравнить их. Ну-ка. Черт возьми, этот лук нормальный такой. Не поджигает разве что. Не поджигает. Но, с другой стороны, мой легкий лук не прокачан. То есть, по сути, если мой прокачать, то он будет не хуже. А в чем разница? Ух ты. То есть, по сути, тот же лук, только вкачанный. Класс. Меняем, ребята. Я меняю. Не меняю вот этот потрясающий лук на вот этот потрясающий лук, который мощнее. Постой, что я сделал вообще сейчас? Не понял. Так, в Б я хочу другой лук поставить. В Б мне нужен скорострельный лук. Наверное, составной, который легкий.
который палит просто жестко, исцеляет при попадании. Все нормально, вроде. Организовал свой быт? Организовал, нормально. Ох, чувак, зря ты не в том месте, не в то время оказался. Свидетель, чуваки, у меня тут труп валяется. Он сейчас бы сообщил всем римлянам в округе. Я его кончу. Знаете, ребят, у меня сейчас на втором мониторе. Здесь я слежу за температурой процессора и видеокарты, потому что я их вчера ночью разогнал. И у меня тут ассасин один раз вылетел. И я уже чувствую себя некомфортно, знаете ли. Обновил драйвер NVIDIA. Ну как, я снес его полностью и поставил заново. Просто начисто снес прогой специальной и поставил заново. И знаете, смог разогнать видеокарту так жестко, что я сам не поверил. Плюс 10 FPS на тестах и в Assassin плюс 15. Вообще офигел, что так можно делать. До этого у меня послабее был разгон. Знаете, разгонять видеокарту — это классно на самом деле. На самом деле нет. Чайни номер 2. О да, логово горного козла. Черт возьми, а мне важно знать про логово горного козла. Все, погнали во весь опор. Он не на коне. Это наше преимущество. Тень юга, умри. Твою мать, вы что, Меджая никогда не видели, что ли? А, ну да, я же забыла, они вымерли. Интересно, куда Меджая здесь? Вот игра этого не объясняет. То ли это нужно где-то искать. Черт возьми, они охотятся именно за мной, как я понимаю, да? Что им от меня нужно? Черт возьми, я немножко прилег. Неприятно, да? У него это хапеш в руках, класс. Мне нужна его голова. Это не надо. Я не хочу. Не делайте этого, мил человек. Хватит вопить, а, милчик. Хватит вопить. Ты что, девка? Че ты вопишь, как девка? Шлюха. Ярославское шоссе вопит. Тише тебя. Все, помер, тварь. Ну и что дальше? Вы слышали, он еще и пропердился, когда умер. Опа-на, ступай силой, ступай с отвагой. Ни одна гробница не будет оставлена в покое, пока он не найден. Твою мать, я читал вообще-то! У лидера лагерь в пустыне к югу от Синая. Подпись. Тени Скоробея. Барсик, совсем меня не уважаешь, гребаный... Гребаный леопард. Да, интересно. Интересно, что за охотники, кстати говоря. Ну-ка, давайте проследуем вниз и узнаем. Узнайте, кто нанял охотников. Да без проблем, ща заедем. Отсюда поедем, тут будет попроще дорога. Интересная вещь насчет разгона видеокарты. Когда ты проводишь всякие тесты, все работает нормально. Именно в игре все начинает идти в задницу. Почему прошлое видео так резко... кусочек видео резко оборвался, когда я говорил о разгоне? Потому что не поминай дьявола, он придет. Как бы был вылет. Да, это такое. Разгон — это вообще такая тема. Я смотрел видео, что нужно чуть ли не сутками проверять, ставить комп на проверку, запускать прогу, которая его мучает, ваш компьютер, и смотреть. Ни хрена себе, это кто? Что? Как? Просто конь разодран в хламину. Как это? Как такое возможно? Хочу посмотреть. Кровь. Здесь было сражение. Кто так разодрал коня? Это же конь, да? Или верблюд? Хрен пойми. Что это вообще? Да я что, сфоткаться на его фоне, типа... Мам, смотри! Тут коник кровавый. Нормально. Офигенное фото. Можно будет распечататься, повесить на стену. Давайте посмотрим, что тут было. Может быть, это как-то связано с моим заданием? Так, тут какие-то звери. Тут был лагерь, видимо. Может, звери разодрали? Смотрите. А здесь ничего, не? Как я понимаю, их лагерь где-то там. Вообще, так странно, пустыня и вода. То есть, я думал, что океан, вернее, море как-то омывает пустыню, и она становится не такой пустынной. Не такой пустынной, как вот как здесь. Я не знаю, просто я не уверен, как работает пустыня. Хотя, на самом деле, Сахара, она огромная. Вот смотрел, что оказывается то, что... Ну, это уже... Я давно это знал, но оказывается то, что мы видим на картах мира, типа школьных. Карта Меркатора, она немножко не такая. Совсем как Скоробей. Тела в пустыне напоминают мне о Тахарке. У него есть последователи? Тахарка тот, который людей убивал, насиловал. Видимо, есть. Видимо есть последователи.
Окей, тут область исследования. Надо посмотреть. Может быть, они там расположены. Тут что-то укрепленное такое. А, может быть. Давайте поедем туда. Ну или можно по следам попробовать. Следы дальше. Но это дорога. Тут пещера. Давайте заедем. Может быть, в пещере что-то найдется. Саш, что думаешь? В пещере что-то есть, чи нету? Это непростой лагерь разбойников. Лагерь опытных разбойников. Ладно, не смешно, я знаю. Денежка. Статуя, они, видимо, верующие у нас, ребята. Статуя Сехмет? Богиня отмщения? Сехмет. Так богиня вот, Киске. Где гнездо теней. Покажитесь. Выходи, трус. Иначе я скажу, тут что не боюсь. Но в любом случае его обследовать надо, нам нужно поискать улики. Мне нравится это расследование. Вообще люблю расследование в играх. В Ассасине они на уровне Шерлока. Даже я помню, костюм Шерлока открывался в Синдикате. Это моя была любимая часть Синдикате, расследование. Следы. Что это там дальше в пустыне? Все остальное мне было как-то по боку, если честно. И игра вроде не вылетает. Я немножко скрутил прокачку к своей видеокарте и стало нормально. Вот как оно работает. Но в любой момент может вылететь. В любой. Ух ты, какая классная фотография. Могила такая крутая. Я тут был рядом с кладбищем недавно, и знаете, было не так симпатично, если честно. Ладно, видимо, верблюд мне не товарищ. Вот оно. Коник. Как из фильма «Бегущий по лезвию». Помните, там был точно кавап? Такой же коник. Что это за кавап? Это мой приятель бывший? Я не враг бывший. Тебе, кавап. Нам не зачем сражаться. Кто это? Чё-то... За великого Тахарку! За правителя Литополиса! Ни хрена себе, кавап дерзкий! Смоя, с ноги его! Ушатал! Давай, сейчас машина даст в линию! Давай, о! Твой, не... Ни хрена себе! Вижу, мальчик уже вырос. Мальчик писюн уже большой. Зато ты, Миджей, состарился. Нормально. Твою мать, я действительно дед уже пожилой, смотри. Я пожилая карамелька, иди сюда. Черт возьми. Ни хрена себе. Я вообще его не могу подойти и ударить. Ну, видимо, надо, когда он бьет, как-то обойти его сзади. Потому что он же он тоже крутится. Понимаете, он же тоже как бы не совсем тупой. Ну как, в меру своих возможностей. Да, получи. Даже в Нэтан Дрейке в Uncharted драки были не такими крутыми, как по мне. Что-то он быстрее меня встал, вы видели это? Недюжие способности синайских воинов. Чувак, ты весь в крови, может тебе отдохнуть, а? Может твою мать, перерыв нужен уже мне. Ну-ка давай, сделай красиво, с ноги его, да. Ушатал кабака, кабана. Фу, долго же дрались. Вот это все-таки графика, ребят. Победил? Это ассасин. Ушатал кабана. Убей меня. Что такое грустно? Кавап, ты не обязан повторять ошибки своего отца. Папки. Что еще мне остается? Не знаю. Хобби себе найди. Чувак, начни раскрашивать горшки. Чем там в Египте занимались, я не знаю. Можно пойти мойщиком туалетов. Я выследил тебя, как только научился ездить верхом и владеть мечом. Мою решимость тебе не пошатнуть. Моя смерть не принесет тебе успокоения. Покончи с этим. Срази меня. Вся моя жизнь всего лишь ошибка. Я покажу тебе кое-что. Идем, кавап. Куда? Постой, я его завербую. Просто дай мне отправиться к отцу. Твой отец отрезал язык твоему деду, угнетал твой народ. Семья не всегда становится настоящим братством. Его почитали как героя и лидера. Не стоит доверять всему, что слышишь. Я правда никогда не хотел убивать. Но мне пришлось. Бедный. Я тоже прошел через это. Я блуждал без цели, гневал богов. Но Маат преподала мне урок.
Если не отомщу за отца, я ничто. Тогда спроси его про поддержку дета-убийц. Спроси, почему он предал тебя. И что мне теперь делать? Это все, что я есть. Стань одним из нас. Стань незримым. Убийцей, прячущимся в тенях? Мы нечто большее. У нас есть кодекс. Раньше у меня была семья. Но я все потерял. У меня не было выбора. А если откажусь? То будет лишь один исход. Ты умрешь, сука. Пустыня станет мне могилой. Или искуплением. Я не понял. Катсцена. Серьга в ухе. Вот. Это признак Питера? Что я хотел показать тебе. Гей. Бескрайнюю пустыню и горы. Слышишь ветер, что воет в песках? Иногда пустыня зовет нас. Ты ответишь на зов или дашь ей поглотить себя? Сложный вопрос. Две серьги в ухе. Нифига себе. Убийство и месть. Эй. Но я верю твоим словам. Мат, дай мне сил превзойти себя. Стать тенью на защите великой цели. Отрекись от себя, Кавап. И стань одним из нас. Да будет так. Я отрекаюсь от имени и семьи. Я найду новые и стану освободителем. Так же, как ты, Байк. Правильно, малыш, правильно. Теперь ты незримый. Ты поступаешь верно, мальчик мой. Ты на пути к победе. Я в тебя верю. Да! Да, ребята, да, это победа. Новобранцы. Вот это мощь. Я даже, я не знаю, получил целых 2 достижения. Да, класс, уровень и здоровье. Урон и здоровье увеличены. Может, поболтаем, мужик, давай посидим, поболтаем как бы. Сделаем, отразим мысли о произошедшем. Дай-ка я вот так присяду. Смотрите, как он мне мило улыбается, как глазки стоят. Посмотрите на это, смотрите на этого красавца. Он такой типа, ну что, пойдем побухаем? Извините, пожалуйста, за этот голос, я знаю, наверное, кто-то испугался. Посмотрите на это лицо. Так, режим редактирования. Ну, конечно же, мы хотим сделать, чтобы все было красиво. Вот. Идеально. Так, режим композиции. Как можно управлять другими? Давайте, не, наклонять, я не знаю, стоит ли наклонять кадр или, ну, так сделаем. Необычный такой кадр, по золотому сечению, ребята, глаза-то помнят, как надо делать, по золотому сечению. Просто, понимаете, людей надо располагать вот по этим черточкам на экране, вот. Видите, вот эти две черты, и как бы объекты важные должны располагаться на экране, например, вот в таких пропорциях примерно. На золотом сечении, желательно, чтобы на крестиках. Это максимально обратит на них внимание. Ну, вкратце, это вам небольшой курс фотографии от Евгена. Ну, вообще, это классно, можно просто с чуваком посидеть, он будет тебе мило улыбаться, как своему гомосексуальному другу. Ну, в этом нет ничего плохого, ребят, каждый делает свой выбор. Кто-то любит персики, а кто-то немецкие сосиски, колбаски, то есть это нормально, ребят. Это нормально, каждый делает свой выбор в этой жизни. Этот парень ставил себе серьги в уши и выбрал, ну, вы поняли, я уже откомментировал это. И вот я возьму это, опыт за убийство инструментами. Хотя я инструментами ни хрена не убиваю, но неважно. Неважно. Перейдем к следующему заданию в этой жизни. Опа, тут доп задание, ребята. Я не могу идти отчитываться в убежище, пока его не выполню. Моя любовь к ассасину не дает этого сделать. Хочу напомнить, что самые юные из рабов не дают камере в Assassin's Creed лагать. Куда они могут войти взрослые рабы? Это новый отсек, который называют Грот Сишат. Построен, чтобы разрабатывать недавно обнаруженные месторождения красивых дам. Если не боишься закрыть закрытых пространств, можешь взглянуть своими глазами. Черт возьми, это интересно. Почему это называется тень убийцы? Там кого-то убили, я так и не понял. Поговорить с рабом в гроте Сишат. Где грот? А, вот он, прям передо мной. Классный у вас тут притон, ребята. Ну что, шмаль тут курица. Хара знает толк в работниках. Странно, что пирамиду Амена состроили не эти дети.
Я не понял, а вы типа плохие ребята или нормальные? То есть вы адекватные? Черт, видимо, нет. Раз их можно убить, значит они неадекватные. Копа! Но они же неадекваты, ребят. Вы любите неадекватов, ребят? Вы любите людей, которые потенциально могут нанести вам урон своей неадекватностью? Я нет, я адекватный человек, я люблю адекватных людей. Конечно. Все, ребят, заходим, нам надо внутрь. Посмотрим, что у нас здесь. Рабы, я иду. Будете встречать меня с хлебом и солью? Я русский человек. Если не встретите с хлебом и солью, могу начать боковать. Повстанцы говорили про эту каменоломню. Столько камней тут наломано. Слышал, Аритас убил себя, чтобы не попасть сюда. Это же дети. Осирис, забери меня. Тут так мерзко. Черт возьми. Римляне охренели. Серьезно, римляне просто охреневшие в край, ребята. Они детей в рабство отправили. Вы бы хотели стать рабом, ребята? У вас никогда не было желания случайно превратиться в раба? У меня нет. Я помню, я смотрел мультик Оливер Твист в детстве. Кто смотрел Оливер Твист, ставь лайк. И... там был вот этот работный дом, я... Не то чтобы я представлял себя на месте Оливера Твиста, но, наверное, сейчас я могу так задуматься. Как бы я себя чувствовал, если я был в работном доме? Может быть, для меня было бы это нормой, учитывая, что я бы не знал, как бы, лучшего. Когда ты не знаешь лучшего, ну... Ну, как бы, что ты будешь делать, понимаете? Что ты будешь делать? Как ты будешь... Как ты будешь себя вести, сложно представить. А, ты призрак-убийца, о котором поет Хагану? Да, да. Детям здесь не место. Да, господин. Видите, как детей пожирают глазами? Купили у работорговца на пути гора, где бог мчит на своем скакуне. Я убью негодяя, и вы снова узрите солнце. Я спасу маленьких деток. Не зря люди тебя хвалят. Не зря, не зря. Омон! Омон! Нет, без, давай без О. Сейчас ты заохаешь, и меня посадят за то, что я тебя случайно толкнул. Ну, черт возьми, с детьми это вообще опасно. А сену оказывается, мой орел сену разбирается в сбруях. Я этого не знал. Как думаете, сможем с одного выстрела кокнуть засранца? Смотри. Понимаешь, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Черт, я нервничаю, начинаю рефлексировать. Да, лошадка, да. О, черт, мне больно. Где мой конь? Коня! Коня мне! Коня! Грёбаный конь! Где? Черт возьми, приехал грёбаный верблюд. Ладно, поеду на верблюде. Выбирать не приходится. Верблюд, хватит гореть. Ребята, помогайте! Давайте, расстреливаем чуваков. Ух, гонки за работорговцем. И почему мне кажется, что здесь, ребята, здесь весь транспорт какой-то медленный? Почему нельзя скакать галопом, как во втором ассасине? Я не понимаю. Видимо, в Египте было запрещено скакать галопом. Какой Молестус? Я с детьми ничего не делал. Ловите, это педофил. Вот, вот педофил. Чуваки, почему за мной бегите? Молестус какой-то. Я ничего с детьми не делаю. Вот он, главный пидорас. Сейчас... Твою мать. Нет, все-таки с контроллера от PlayStation мне тяжело так вот точно стрелять. На Xbox вошешком я бы запросто раскидал чуваков. Да! Все, я молодец, я молодец, я молодец. Детка, у тебя все хорошо, малыш? Я куплю тебе мороженое и свожу тебя в кино. Я свободен, да здравствуй, Фердинанда. Не, я тебя лучше свожу на... на богатырей в Египте. Хотя, наверное, твою мать. Ни хрена себе он меня испугался. Он с коня спрыгнул и полетел. Он услышал, как только что я его на богатырей в Египте поведу, просто понесся со всех ног. Он понял, что я фильм, черт возьми, дерьмовый. А, у нас, кстати, молот птаха. Я думал, что это бонусный конь. Я читал у себя в группе, чуваки выложили, что этот конь бонусный. Ни хрена он не бонусный. Какой это бонусный конь? Пожалуйста, транспортное средство, сменись. Даешь нового коня. Вот, мне этот конь нравится. Римский такой, знаете, с хохолком я капитух. Мне такой нравится. Вот видите, все здесь модные пацаны на таких ездят. Я тоже модный. У меня тоже такой конь есть теперь. Ха! Кто модный пацан? Ха, это я. Нет цепей слишком прочных,
Что же, чувствую, задание будет крайне интересным, но будет оно в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы классно провели время, классных пацанов здесь повидали. И увидимся уже в следующей серии. Всем пока. Надеюсь, вы колокольчик поставили, потому что если нет, я обижусь. И будет мне грустно.